Десятки бесхозных деталей от автоматов случайно обнаружил городской житель. На одной из несанкционированных свалок вблизи Березовского мужчина обнаружил вот эти обоймы от автоматов Калашникова. Здесь же в куче находится табличка, на которой написан номер автомобиля ВАЗ и две фамилии – водителя и командира взвода. Возможно, с помощью этих данных получится вычислить хозяина этого оружейного мусора. В настоящее время воинская часть, откуда были вывезены запасные части и принадлежности к оружию, установлены виновные лица в организации незаконной свалки. Виновные лица будут привлечены к административной и в том числе дисциплинарной ответственности. Внутренности нет, здесь пластинки нет. Это все негодное уже. Отмечу, похожий случай уже происходил в Удмуртии в прошлом году. Тогда пенсионер случайно обнаружил почти 80 автоматов Калашникова, предназначенных для утилизации. Оружие просто было выброшено на улицу. Кто виноват в том, что и эти детали не были должным образом утилизированы, пока неизвестно.